Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Сбивающее с толку заявление поступило от Ханды Эрселя. С Керимом Бюрсином. Да, мои дорогие подписчики, вы помирились с Керимом Бюрсином. Первое заявление Ханды Эрчел. Бывшие любовники Керим Бюрсин и Ханды Эрчел встретились в кафе в Ковачике на прошлой неделе. Утверждалось, что они помирились после того, как фанаты поняли, что дуэт научился. Стали появляться в СМИ. Примечательно, что слухи о примирении не появились после выступлений в Бюрсине, которые отразились в камерах на выезде с Босфорос Film Festival. Эрчел, разоблаченный в Бибеке после случившегося, впервые рассказал о себе. Ответил на любопытный вопрос. Роман Ханды Эрчел и Керима Бюрсина, начавшийся на съемках сериала, в котором они сыграли главные роли, незаметно закончился 8 месяцев назад. Продолжая повестку дня журнала своей личной жизнью, дуэт воссоединился. Бюрсин, которого фанаты видели на прошлой неделе в кафе в Ковачике, скрывает лицо. Эрчел в капюшоне вернулся, как только получил свою машину летний кофе в Биоглу. Керим Бюрсин посетил кинофестиваль Босфорос, который в последующие дни проходил в кинотеатре «Атлас Синем». Красавец-актер, посмотревший фильм «Эфлатун», в котором он сыграл главную роль, вселил надежду. 200 иностранных фанатов на дебюте. Бюрсин, застигнутый врасплох фанатками, был шокирован случившимся и не стал отрицать помолвку. Говорят, вы помирились с Ханды Эрчел. Ты помирился, ты снова начал любить. Примечательно, что он не стал отрицать примирение, не будем сейчас углубляться в тему. Эти слова известного актера были истолкованы как знак того, что паре пришел конец, и они снова начали любить друг друга с обидой. В моей жизни никого нет. После всего этого Ханды Эрчел была удивлена накануне в Бибеке. Красавица-актриса, помирившаяся со своим бывшим возлюбленным Керимом Бюрсином, заявила журналистам: «Внутри меня никого нет. Жизнь. Если есть, дайте мне знать». Напомнив, что у него есть фотографии Бюрсина, Эрчел сказал: «Мы не должны фотографировать Бюрсина. Отнеситесь к этому очень серьезно. 3 миллиона турецких лир». Стало известно, что стоимость увиденного и купленного знаменитого автомобиля была раскрыта. С другой стороны, новый автомобиль стоит около 3 миллионов турецких лир, конечно, мы называем его ЕЛ. Эль Бюрсин недавно сделал следующее заявление в ресторане в Этилере: «Здоровье внука Ханды Эрчел Айлен Мави, у нас хорошо с Ханды». Напомнив об этом телефонном звонке, известная актриса сказала: «Это очень деликатный вопрос. Пожалуйста, не вмешивайтесь в такие дела». Бюрсин, когда ему напомнили об обвинениях в том, что он был зол на красавицу-актрису после расставания, просто сказал: «У нас все в порядке. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания».